Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Боже, он голодный, он не ел, наверное, неделю. Только камеру выключил, снимал тут видео. Он тут на лавочке. Он прям просто кричит. Ну, бедненький. Это сейчас я ему воды налью. Еще кушай, кушай. Не знаю, с какой стороны. Ешь, ешь, все твое. Сколько тебе сыпать, я не знаю. Ой, хвостик. Зеленый хвостик. Только выключил камеру, вот эта первую часть без монтажа снимал. И тут же лавочка почти сразу. И оно вот это чудо голодное спит. Колючки на хвостике. Сейчас хоть накушаться, я ему воды налью. Вон 82 салы позары перед вами. А слева за заправкой 5 Мигрос. Вдруг кто-то здесь ходит, магазин Чакра, вот. БП-заправка. Может, тут живет кто-то рядом. Приходите, обращайте внимание, мне кажется, он тут будет в ближайшие дни, где-то в этом месте. Какой красавчик, он мне 100 раз уже спасибо сказал. Так, ну хватит, я тебе еды вроде навалил, ну, в крайней мере. Наешься ты по-любому, я думаю, что только когда все съешь. Вот это. У меня сегодня длинный маршрут. Восстал эту штуку подлепить бы еще. Ладно, но то не критично, она сама отпадет. Это котику. Он очень голодный, я просто не начал сразу снимать. Я начинаю сыпать ему, а он, короче, просто кричит за мной, за рукой моей, за бутылочкой бежит. Да, Мурад Юджель, которому желаем победы на выборах. Да, друзья, я же забыл сказать, это вторая часть. У нас сегодня воскресенье, 4 день февраля, время... Без 3:06. Боже, через 15 минут солнце сядет. Как же мне его увидеть в тени-то, а? English Home. Так, а где я всегда путаю? Где-то вот здесь находится пекарня. Или здесь, или последующая улица. Пекарня, которая работает даже ночами. Я часто ночами сюда даже прихожу. Да, здесь вот по этой улице она. English Home, ориентируйтесь и в левой части его. Вот этого магазина, кстати... Ну что, я такой невнимательный, что я его не видел. А что здесь могло быть? Здесь либо что-то было другое, какой-то менее магазин приметный. Потому что, ну, вот этого я не видел всего. English Home этот. Напишите, кто знает, что здесь было. Но я тут ходил, по-любому было что-то другое, потому что я не видел. Такая витрина, все видно. Я не обращал внимания. Скорее всего, этого здесь не было, было что-то другое. Эта часть у нас с фрагментиками. Я иду сейчас в сторону отеля «Ананас». И тут зарядка для электромобилей, если я не ошибаюсь. Вот там, скорее всего. Что-то еще может быть, наверное, да. Вот оно, солнце. А, оно уже все, оно уже это, уже садится. Вон оно за домиками. Блин, я думал, на меня тут посветит, оно уже все. Что уже через 12-13 минут закатик и солнышко садится. Да, кстати, будет холодать. Сейчас 15 градусов, а потом будет резко, прям за полчаса будет буквально 13 станет. Пару часов будет 13, а потом снова 14-15, как так ночи. Вот так вот интересно. И у нас 5 Мигрос слева, друзья. Слева перед нами 5 Мигрос. Вон он. Там он Попис есть, который мы ходили в Аланию, мы с Сашей. Бургер Кинг там есть. И там еще какое-то вкусное место. Саша говорил, они туда любят ходить. То ли то Ботли, Болли, как оно там, он, возможно, оно, да. Скорее всего, или нет, или это название магазина. Ну, что-то там еще есть именно вкусное. Район Джигджили находится туда, и Чиплаклы тоже получается, да? Два района туда наверх. Там промзона, куда я сейчас, скорее всего, и пойду. О, тут экранчик поставили, я его не помню. Маленький, красивый.
Агдаг, каяк, маркези. А, о! Агдаг, это горнолыжка. Смотрите, этого указателя не было, его поставили специально, видимо, для зимы. Агдаг, вот он. Вот он, поворот на лыжные курорты туда. Парень идет с короткими рукавами, он спортсмен. Здесь нам показывают центр, культурный наш театр. Мэр Алания выходит. Это была выставка книжная, когда, вот недавно, в прошлом месяце она была там. Так. О, кстати, я вспомнил, у нас 5-6 будет гастрономический фестиваль еды. Если я не ошибаюсь, он будет проходить там, где Джума-Пазары, наверное, да. 5, 6, 7, с 8 утра до 6 вечера. Какой красавчик идет. Вот, а сейчас это... Окажешь ему внимание, он потом долго будет идти за мной. Иди куда-нибудь в кафешку, по-любому тебя накормят. Но тут ты на свободе, самое главное. 82 Салы Пазары прямо, друзья, слева у нас... Слева у нас реклама каких-то двух сэндвичей, двух классных напитков. Цена только не написана. И 5 Мигрос. Кто не знает, где 5 Мигрос, он здесь. Так, а я вспоминаю, если я пойду сейчас прямо, здесь следующий переход будет. Ну окей, идем. Сильно долго по промзоне сейчас не хочется ходить. Фонтанчик мой любимый здесь. Осторожно здесь ходите вот по этим дорогам, потому что тут не поймешь, когда кто едет, когда я должен идти ехать. О, он даже светится, друзья. Я думаю, голодный, надо ему поесть дать. Иди сюда. По виду видно, что такой неразбалованный жизнь. Привет. Привет, красавчик. Давай. Так много людей тут на остановке. Ничего себе. Все приезжали в 82 Салы Пазары в выходной день. Я буду по 12-15 минут видосы делать, если много наснимаю, чтобы не лепить длинное видео. Мне проще монтировать, вам проще смотреть, потому что длинные видео люди тык-тык, перемотку, ничего не видят. До 15 минут, наверное, посмотрят многие, в принципе, больше будет. Больше людей увидят то, что я показывал. 82 Салы Пазары, там реально толпа людей сейчас ходят. Вот такие сапоги мне нужны в дождь ходить. Но на самом деле они мне не нужны, друзья, потому что хожу я в них. Не в них, я имею в виду, а когда они нужны, это максимум 5 раз в году, как бы, ради этого держать сапоги у меня дома, и так там некуда ничего ставить. Но вот это вот оно, да, это то, что нужно в дождь именно. Но только я тоже, опять же, сомневаюсь, что они 48 размера, хотя все может быть. Вот те довольно большие, но не факт, что 48. И здесь сразу у нас медиамаркет. Я в нем не был. Нет. Сразу отвечаю тем, кто скажет сейчас зайди. Нет. У них опять шарики висят, или у них годовщина. Его открыли, по-моему, примерно год назад. Примерно. И у них там потом после открытия на следующий день обвалилась что-то часть второго этажа, кстати. Ну, об этом это не секрет, об этом писали новости. Самокат он здесь есть даже. Так, неужели мне придется до самого Ланиума? А нет, где-то здесь переход сейчас будет, наверное. Я нырну все-таки вправо. Через промзону быстрее выйду. Обидно, конечно, что я не постоял под солнышком. Уже такой холодок. Уже здесь не 15 градусов. Уже чувствую немножко холодочек такой. Мелькает в воздухе. Друзья, не так часто иногда бывает ПТТ встречается, ПТТ это почта.
Там, в частности, есть банкомат, который не берет процентов почти ни с каких иностранных карт. То есть только ваш банк, если что-то берет, будет брать. О, они сегодня не работают, я вам цены могу рассказать сейчас. Видите, ПТТ, оно здесь где-то влево. Доуташ, вот это недалеко от Аланиума, там Аланиум через пару минут. И вот туда вот влево куда-то будет почта. Может, кому-то надо эту информацию, там вы ее найдете. В любом случае, спросите у кого-то. Вон она, друзья, вон она почта. Вот прям этот Экрем Гошкан, Джошкан. И вон она ПТТ. Честно, я даже сам не знал. Я миллион раз здесь ходил. Может, ее там не было. Потому что, смотрите, там почту закрыли в районе Оба, которая была недалеко от отеля Абакоя 11. Там уже почты нет. Может быть, здесь открыли ее недавно, я не знаю. На Клеопатре сейчас люди за Катик смотрят. Эх. Эх, я солнышко. Под солнышком не постоял сегодня в этот солнечный день. Что поделать? Боже, тут нормально гулять ночью и что-то вам рассказывать. Но нереально, просто я кричу, я уже не могу. Насколько шумная здесь дорога. Это просто... Это жесть просто. Так, переход. Я к Аланиуму не пойду, он вон уже. Через пару минут я перехожу сюда, ныряю в промзону и к отелю «Ананас» буду выходить. Тут апельсиновый рай. Пока ждете, проедутся пока машины, можете здесь побродить, посмотреть на апельсинки. Да, свежачок уже, свежачок подул прям такой. Друзья, не перебегайте перед машинами, они на очень большой скорости здесь носятся, не перебегайте. Ни в коем случае. Постойте, 5 минут стойте, не спешите. Жизнь, она дороже, чем... Даже если вы куда-то опаздываете. Это не так страшно, поверьте. Только вот так перехожу. Вот когда вообще нет никакой опасности. Зная, что происходит на дорогах, нет уж. Я бегать под машиной не буду, тем более с моей ногой. Так, ну что? Чтобы кусочек промзоны захватить. Я снимаю почти, можно сказать, друзья, что я снимаю почти без монта, без паузы монтажа, но, кстати, да, сам себе делаю двойную работу. Уже пошел бы, снимал все подряд. А я выключаюсь, через 2 минуты опять включаюсь. То есть, по сути, вы идете со мной полный путь, можно сказать. Вот это вторая часть, потому что я почти не выключаюсь. Выключился, включился. Входим. Ходим в промзону. Сегодня, в принципе, выходной. Я не знаю, работают они по выходным или нет. Возможно, нет. Значит, здесь будет тихо и спокойно. Пока шел, кстати, немножко мне тепло даже, да. Даже спина немножко вспотела внутри под свитером теплым. О, здесь штиль. Обожаю вот это вот апокалиптический, постапокалипсис. Там люди, если они еще что-то жарят. Даже котик есть. Котик, ну тебе мясо дадут, я тебе еды не предлагаю. Привет. Или предложите. Привет. Ну вы все возле шашлычка, ну котик на. Возле дома вот такая живет, одна из моих домашних. Тетушка я называю, моя малышка родила 4, а с прошлого раза у нее... Даже не знаю, сколько было, но одна осталась. И вот эта одна, я называю тетушкой, бегает. Мамка, 4 малых, но они уже не малые. Такие же, как это вот сейчас было. И тетушка с прошлого прессованный металлолом, да? Прикольно. Ребята там шашлык жарят. Котик беды сидел в ожидании. Тут бахом мой кошачьей еды подсыпали. Ну, в интересном месте я вышел, кстати. Здесь я давно не был, на под этом ряду. Уже в ушах мяукает со всех сторон. Кто сейчас мяукнул? Это птица была. Так интересно, я вот тут ходил сюда ночами. Ходил, ну, миллион раз. И вот тут слева всегда была темень. И сидели тут люди в основном. То полиция сидела, то чуваки сидели там, пиво пили ночами. Вот. И я сюда влево, ну, мне просто не видно было, что там. Я думал, что там тоже какая-то промзона. А там, оказывается, стадион. Я реально в шоке, я никак этого не ожидал. Но его абсолютно не было видно. Вот когда ночью здесь проходишь, вот туда на Арсихотова я выходил. Я вот его открыл, этот стадион, только вот буквально в прошлом месяце увидел, что здесь-то, оказывается, стадион есть. А вон Роя Лиза уже, отельчик. Вон через этот самый, он уже Гранд Алиса называется, да. Тут даже какое-то спортивное общество. А, лицей, Анадолу лицей. А, я все понял.
Это поле лицея, но в любом случае его просто не видно было, я его реально не видел, не знал даже. Лицей мы там напротив Роялиза. Черный, черный у меня особое отношение. Иди сюда, кс-кс-кс. Красавчик. Ты не понимаешь по-нашему. Пс-пс-пс-пс. По-турецки не понимаю. О, это то рыжий понял, да? Впервые черного. На рыженька. На черненький. Давай. Ешьте. Еще не дошел до ананаса, у меня уже полкило корма ушло. Сегодня у меня себестоимость этого обхода котеек, если будет вот как я запланировал все, то у меня себестоимость этого похода составит, ну, где-то под 200 лир, не меньше. О, вообще на футболке. Оденьтесь, мне холодно смотреть на вас. Так, это мы выходим к Роялиза. Ну, в принципе, можно. Почти мы и пришли. Кто первую часть, может, посмотрел, тоже уже, друзья, на канале. И мы пришли вот первая, вторая часть. Почти без паузы монтажа. Почти, потому что реально я вот включаюсь, выключаюсь, включаюсь, выключаюсь. Здесь вас кормят. Я просто пока до нас дойду, у меня идет уже половина корма. Сейчас будет Risus Park отель слева. Привет, красавчик. Risus Park. Николай Чудотворец нарисован. Христиан. Сент Николас. Там иконы, кресты внутри. А что это такое, интересно? Напишите, кто здесь отдыхал, может, знаете, что-то там такое похожее. Похожее на церковь, но церковь тут не может быть. Тихо, спокойно. Боже, а мне жарко таки. Мне таки жарко. Красота какая. Risus Park слева. Или это еще не он дальше? Роялиза, Гранд Алиса. Да, вы мне даже написали, что он Банана Хотел, оказывается, назывался. Ну, это было, наверное, до 19-го года, потому что в 19-м году был уже, по-моему, Роялиза. Вот слово «бананы» я только там видел, где пляж его. Видимо, там была его территория с кафешкой. Где Дайван Бич Клаб сейчас рядом. Рядом с местом, где был Байт и Байт. Гранд Алиса. А вот Risus Park слева. Там что-то происходит. Гонки какие-то на промзоне. Ничего себе, там резину как стирают, слышали? Вот Risus Park. Гранд Алиса. Да, котейки меня дождались. Там обычно ананасочка сидит на солнышке. Вечером, я так понял, уходит. Здесь она выйдет сейчас. Кафешка не работает, да? Странно. Обычно она всегда работает. Сельчуклука на клан. Идем прямо, Яман Лайф еще тут будет. Яман Лайф. Мне сложно сказать, работает он или нет. В принципе, я думал, что он работает круглый год. Наверное. Вот не знаю, вот сейчас не знаю, кстати. На Новый год он, по-моему, работал. Просто ни на одном балконе ничего не вижу, и внутри ничего не вижу, ни света. Свет такой, там есть у меня где ресторан. Не, похоже, что он не работает, кстати, друзья. Странно, Новый год вроде ж мы смотрели, да? Новый год работал он, по-моему, ну или перед Новым годом. Давайте я на нас еще покажу. Сам себе работу создаю, вместо того, чтобы идти снимать без паузы монтажа, я выключаюсь, включаюсь. А вот он, маркет. Да, маркет работает, отель, не знаю. Хотя там он горит, свет сзади на лестнице. Может, и работает, просто там мало сейчас. Может, несколько человек живет, все. Отель «Ананас». Кто отдыхал, ну, привет. И уже будет темнеть, я даже не знаю, сейчас там до пятнашки дойду, пятнашку вам, может, покажу, а потом уже вряд ли буду снимать. Не знаю, мне еще путь не близкий предстоит, я все-таки планирую на маяк пойти еще.
это довольно долго еще будет все. Вся моя прогулка. Да, я мечтал все-таки, что успею сюда сейчас выйти. Тут еще будет солнышко светить. Ничуть не рассчитал. Позже вышел на полчаса, чем надо было. Ананас. Ананас. Так, сейчас ананасочку будем пытаться вызвать. Там кто-то сидит, не вижу за мусоркой. Это котейка сидит, но вроде бы не ее цвет. Уже 6 часов 27 минут. Ничего себе, я тут до солнышка мечтаю. Так, ну что, что слева, то справа. Так, это подруга ананас. А вон ананасочка есть. Сейчас ананасик, сейчас приду к тебе. Привет, подруга. Привет. Привет. Ну, слушай, а ты точно не беременна? Она тут правда шире стала. Зимой, да, ананасик? Сейчас. Ну, года три я знаю, она была такая, ну, не скажешь, что худая, но была такой вот, одинаковый размер был. А сейчас она реально стала широкая такая. Потом у нас стерилизована вроде, да, ушко у тебя, да. Потому что она не беременна, она просто зимой набрала вес. Да, ананасик? Да, года три мы с тобой знакомы. Ну, когда пандемия началась, мы уже точно были знакомы с ней. Сейчас, может, картинка вот эта выйдет, рыженькая, которая с такой мордочкой прикольной на заставке. Я так ее обожаю. Она выходит буквально раз в несколько месяцев только. Сейчас курочки тебе еще вон там поделю с подругой. Вкусняшка, курочка, да? Ну, ты и так голодная была, ты сегодня ела сухую еду, да? Все, пойду я. Дайте. Прикоснусь к тебе. Все, пока. Я помню, просто она меня раз поцарапала, поэтому я как-то гладить особо после этого не... Ну, я вообще кошек стараюсь как бы не гладить. Глажу, я перчатку одеваю, когда кошка особенно незнакомая. Ну, и вообще знаю, что любая кошка, даже самая добрая, не все любят, когда гладят, поэтому... Кто помнит таксиста рыжего, который здесь жил, друзья, напишите. Так и не знаю, куда таксист делся. Так, это не моя картинка, это вторая кошечка, которую я тоже знаю. Где же картинка наша, а? Так быстро темнеет, вовремя сюда пришел, потому что через полчаса уже, может быть, ананасочку кто-то не дозвался бы. Мгновенно, вот только было 10 минут не прошло, как я вам часы показывал уже. Уже, видите, сейчас главное найти пятнаши. Холода, ну тут всегда холодно, сейчас мы будем идти, я дойду до Ифталии, и там будет теплее, я точно знаю, потому что за моей спиной сейчас район Оба, а там всегда холоднее. Вот все идет в Оба, вы все замерзнете. А я иду в центр, там тепло. Ух, тут такой свежачок, знаете, как будто вот там вот открыта морозильная камера где-то слева в этом Дайван Бич Клабе. И оттуда идет такой вот именно воздух. Он явно не, ну даже не 14, там впечатление, что там градусов 12 где-то. Они сюда вот просто отдают так ощутимо. Не знаю, что там так холодно у них. Летом то это классно, конечно, если у них вот такое... Вот капец просто. Вот даже вот там, где ананасочка была, была нормально. Здесь сейчас я иду, тут просто, ну реально ледник какой-то вот в этом месте. Не знаю, что это значит. Очень надеюсь, что, что вскоре потеплеет. Да? Если так будет холодно, я как-то не готов. Но тут реально сейчас по ощущениям не больше 12, 100%. Холодно. Так, надеюсь, пятнаша быстро выйдет, и мне не придется искать, звать. Как раз я начинал здесь звать. Пятнаша? Сейчас мне повезет, она будет на лавочке. Котёна уже много вижу, пятнашу пока не вижу. Это пятнаша. 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 Пятнулечка, привет. Привет. Да, я тоже. Я тоже. Я тоже рад тебя видеть. Привет, зайка. Идем. Тебе VIP, да, сейчас будет. А им всем потом. Да привет. Привет. Рассказывай, рассказывай. Да, я тебя видел пару дней назад, да? Ты помнишь? Пятнулечка. Да. Да, привет. Привет. И тебе привет. Это та у нас, по-моему, мамка, которая... Или не мамка? Я их уже путаю. Это маленькие были, две мамки вот такие были, которые этих пятерых воспитывали. Да? Сейчас даю всем кушать. Это наш. Ну, хоть чуть наелась. Так, тихо, ты наглая маленькая. А ты чего всех бьешь, блин, как всегда? Тут пришел заносик прицепа наш. Привет. Привет. Занос. Занос, давай занос делай.
У нас всегда упита, наверное, такая всегда. Да? Да, идем я тебя на сюрприз. Наша ест, у нее там во рту что-то болит, она периодически ест, потом бросает еду, бегаю за ней, подкладываю. Ну ты на нее хоть не кидайся, малая. Вон полно сухой еды, чего? Фух, все, видите, уже почти темно. Ты маленькая, но такая шустрая. Есть сухой корм. Чуть-чуть я этот был у меня для котика, маленький пакетик был Вискаса. Мягкого, а ты доедать за ним. Чуть-чуть курочки было. Это маленькая, такая шустрая, кушай, кушай. Всех разогнал, так идем, тебе хочу показать море хоть отсюда. Фух, жарко. Тут за пятнашей пока побегала, она то ест, бросает еду. Убегает, бегу за ней, переношу ей, пытаюсь. Тут, я думаю, толпы сегодня были в этой кафешке. Даже сейчас еще много людей по берегу. Да, уже темнеет, видите? Время 6:43. С семьями все здесь. Тут на солнышке тепло сегодня было. А это кто у нас? А ты кто? Привет. Кафешкин кот. Красота какая. Если вам видно вдалеке облака эти, какие красивые. Неужели я буду там? Но это будет еще не скоро, минут через 40, наверное. Надо, надо. Я там 2 дня, кстати, не был на маячке. Друзья, не знаю, сейчас фонтанчик вам покажу. Еще особо снимать, наверное, больше не буду. Пусть эта часть больше будет светлая, ночью уже не буду снимать. Да, тут по-прежнему пока что прохладный воздух. Надеюсь, что сейчас буду идти в сторону градусника, который покажет или 13, или 14, сразу прогнозирую. Да, градусник сниму обязательно. Градусник. Все, все кушают. Ну, малышка самая крутая. Самая крутая? Да? Нашу любит сухую еду тоже. Давай, кушай немножко. Пока она есть, чтобы она за мной не побежала. Тоже родители сейчас кричат, оденься, холодно. Ну, там много было семей, совместные браки, я так понял. Это русские по-турецки разговаривают. Так, ну что. В принципе, не зря я сюда пришел и погулял классно. И любимые котейки были. Хочется увидеть белого моего, я белого давно не видел. С великолепной пятерки нашей. Знаете, прохладная. Накину здесь даже капюшончик на них в это время. Жафер, хранитель фонтанов. Я хотел сказать, не видно нашего хранителя фонтана. Он здесь. Якшанлар. Билент не тут, не? Не ба. Дома, да? Много людей, причем некоторые одеты довольно легко, но... Мне кажется, уже даже здесь чуть теплее становится, чем вот там. А вот какой-то там, ну, супер холодный прям участок вообще. Так, я сейчас иду и с ужасом думаю, что у меня уже вторая бутылочка корма закончилась, то есть кило уже ушло. Хватит ли мне, чтобы прийти на маяк? Сейчас буду думать. Надо, конечно. Якшанлар? На велосипеде.